Знаменитая Кампанилла Сан-Марко, она подавляет своим величием и красотой. Издали и на фотографиях она кажется более изящной, чем на самом деле. Она действительно очень мощная, и у ее подножья происходят всевозможные человеческие драмы, радости и просто обыденная жизнь. Эта башня выбрана нами для иллюстрации карты башни в венецианском золотом оракуле Ленорманн, потому что в ней заключается величие Венеции, Республики Венеции. Это воплощение государственности, это воплощение холодного закона, который существует в этой республике. Башня означает государство, закон, холодный расчет, обзор. Башня не является ни положительной, ни отрицательной картой, она нейтральна. Потому что в ней есть нечто неэмоциональное, это структура. Это всегда структура государственная, законная или интеллектуальная. Она позволяет посмотреть на любую ситуацию в жизни с высоты, птичьего полета. А в венецианские времена у ее подножья люди ставили игорные столы, но и совершались казни. На нашей карте изображены несколько виселиц для тех, кто уже закончил карнавал жизни, кто неудачно сыграл. Башня холодная, нейтральная, жесткая. Она позволяет нам посмотреть на любую ситуацию с высоты птичьего полета. Часто в башне выносят приговор. Башня является символом государственности и закона.